Все вот ищут часы Бренцалова, 100 тысяч долларов. Вот за 3 доллара часы. Нет у меня ничего. Костюм в нашем ателье, русском, пошит. Никаких Версачи. За по низким ценам и наш русский портной. Нет ли пан цепи на себя? Есть один депутат. Цепь золотая, крест там, и все. Это плохо выглядит. Наш народ не любит этого. Показатели дурные, когда на чеке слишком много побрякушек. Ничего нет. Ни орденов, ни колец, ничего. Самые дешевые в мире часы. Для аборигенов продают. Всего 3 доллара. Да, все, 15 тысяч, да? 15 тысяч рублей, вот. Можно выбросить куда угодно. Студента на стекло пролили. Вот для разъявки, видите? Есть молодежь, кто не все знает, есть люди с другими убеждениями. Все проверь, что все заработало. Ты здесь подключи, здесь. Может быть, это шарик, так, в сторону отключился. Сейчас заключи, тикаю, все соедини. Ну ищи. Вот. Поэтому маршруты такси. Поэтому идеологическое управление в масштабах всей страны работает, тикает, ну и же. Да. Вот видите, все нормально. Поэтому вот, когда я могу при всех бросить и сказать, что видишь, действительно, у него дешевые часы, он, так сказать, скромный. Я никогда не любил золото. Никогда. Даже обручальное кольцо не ношу. Нету. Все, что стягивает, все не годится.